Стереоусилитель собери сам. Это набор для сборки усилителя звука на микросхеме TDA-7297 для тех, кто хочет спаять все самостоятельно с нуля или же научить этому ремеслу своего ребенка. На плате можно найти схему, по которой все сразу становится ясно, где какая деталь должна находиться. Просто берете в руки паяльник и начинаете монтаж. Такого же рода конструктор есть в наборе юного радиолюбителя Positronic, где множество различных электронных компонентов и книга со схемами. Все это без какой-либо пайки, но это уже отдельная история. Ссылка на такой усилитель в описании, а также на канале видеоролики с паяльниками и другими инструментами для новичка. Если вы хотите полный разбор позитроника, то оставляйте комментарий «да», ведь чем больше активности, тем больше шансов собрать этот нелегкий пазл. Я уверен, вы не пожалеете.